Всем привет, дорогие друзья! Сегодня ко мне попался вот такой вот набор Лего Сити. Сегодня я не буду долго особенно вскрывать коробку. Я быстро опишу ее. Тут возраст, рекомендация от какого до какого. В набор входит человечек, ну, работник айсберговый. Два таких буйка. И снегоход. Давайте открывать. Оп. Деталей мало. Основа идет в комплект, не в пакетике. И инструкция. Ну, а теперь, ребята, я, пожалуй, соберу. Открываем инструкцию. Очень неудобно. Ну вот, я наконец-то собрал этот снегоход. Вот та самая мини-фигурка. Лего Сити человечек, работник. Вот этот вот. У него в руке, как я вижу, какой-то навигатор. Еще в набор входит бензопилочка такая. Прикольная бензопила. У человечка есть вот такие снегоступы. Моему папе очень нравится. Они крепятся вот сюда на бок. Вот так вот их можно надеть. Также у человечка есть тут рация, которую можно отцепить и дать ему в руку, чтобы он связался по рации с кем-нибудь еще, если ему понадобится какая-то помощь. Бензопилу он также может убрать вот сюда. Навигатор может положить рядом, а сам он может сесть в этот снегоход. Извините, что шмыгаю, приболел тут немного. Вот у него там руль. Еще здесь есть вот те самые буйки, про которые я говорил в начале. Вот они. Они хранятся вот здесь.
Их точно так же можно отсюда вынуть или убрать на место. Столько инструментов помещается здесь. И было вот парочка деталек Лего Техник. Ну, на этом все. Всем пока-пока.